Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. 50-летний актер Алексей Кравченко объяснил, почему он бросил семью и ушел к другой женщине. Его не остановили от этого шага ни долгие годы жизни с первой женой, ни наличие ребенка, ни беременность жены и скорое прибавление в семье. И очевидно то, что Алексей не раскаивается в своем поступке. С первой женой Алисой актер познакомился, когда был совсем молодым. Сразу после армии он решил жениться. Промежуток между дембелем и свадьбой – 1 месяц. Алексей корит себя за то, что женился так рано. Он считает, что не успел нагуляться, был слишком молодым и глупым, поэтому всеми силами удерживал своего старшего сына от такой ранней женитьбы. Алексей считает, что одна из причин развода – слишком ранний брак. Хотя с Алисой Алексея связывала любовь, а затем общий ребенок, верен ей он был недолго. По его словам, он начал изменять, когда сыну было всего лет 5. Возможно, что первые любовницы появились раньше, но актер не захотел выставить себя в неприглядном свете и немного приврал, потому что большую часть семейной жизни актер изменял. Во время интервью он постоянно обвиняет жену в ревности, считает, что это еще одна причина распада их семьи. Как после измены жене не вызвать ее ревность, непонятно. С новой возлюбленной Алексей познакомился на съемочной площадке. Замужняя дочь известного актера Льва Борисова, Надежда, сразу привлекла внимание Кравченко. Она сразу поняла, что Алексей настоящий ловелас, и постаралась общаться с ним поменьше. И в итоге возник роман, который разрушил сразу 2 семьи. Алексей Кравченко прожил с женой почти 15 лет, прежде чем уйти к своей любовнице, Надежде Борисовой. Когда он ушел от жены, она готовилась к рождению 2-го ребенка. Надежде тоже пришлось нелегко. Она была замужем, у них была маленькая дочь. Уходить из семьи ей тоже было сложно. В 2015 году Алексей Кравченко и Надежда Борисова поженились. Более того, они решили еще и обвенчаться. После долгих скандалов с бывшими супругами и сплетнями в СМИ страсти улеглись, и все стало спокойно. Их дети общаются между собой и живут они счастливо. Надежда всегда получала много внимания не только из-за актерского таланта, но и из-за своей внешности. Кто-то завидует, а кто-то восхищается ее лицом и фигурой. В свои годы, а ей уже 41, она выглядит ничуть не хуже молодых актрис. Вот одно из последних фото, которое актриса выложила на своей странице в социальной сети. Наверное, многие мужчины теперь поняли, почему Алексей Кравченко решил бросить свою первую жену. А как ты относишься к Алексею Кравченко? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.